я как бы вот по старому способу копал, как-то лопатой. Вот руками как бы и лопатой. Взял лопатусю, вот эту вот лопатушечку, и вкопал как бы. Но вот тут соседи есть. У них есть другое построение, как бы. Ну, не лопата совсем. Я вам сейчас покажу. Без палева просто покажу вам, окей? Есть ли смысл так копать? Сейчас я вам покажу. Только тихо, никому не говорите. Вот оно чудо техники. Пока хозяин ушел, я поближе подойду, сниму вам. Это трактор, ручной трактор. Смотрите, я копаю как бы лопатусей. А вот, смотрите. Кулибин изобрел какую штуку. Как вам трактор? Я такие видел, что в 30-х годах вроде, когда только трактора начали развиваться, такие трактора делали раньше. Вот, смотрите, какой глаз. Ручной трактор. Тракторючек такой. Ручной трактор. 21 век на носу. Ручной трактор. Это чтобы копать как бы. Огороды. Я как бы вручную как бы копаю. Вот. А это вот такой вот. Трактор, короче. Ладно, пойду спать. Спать буду на кресле, на улице. Люблю на улице спать. Ложишься вот так. Лежишь, спишь, и тебе ухо лежит. Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие друзья! Маня, привет, дорогие друзья! Друзья! Глаз, галок, полежи мне глаз. Ухо мне теперь полежи, подбородок полежи. Это такая специальная машинка. Говоришь ей, она тебе лижет. Ухо, глаз полижет и подбородок. Специальная такая машинка для лизания. Бля. Машинка. Ой, ладно, я буду спать.